Уважаемые избиратели, с 17 февраля по 7 марта в Калужской области пройдет адресное информирование жителей о выборах президента России. Во время подомовых обходов члены комиссии будут сообщать всю подробную информацию о предстоящих выборах в доступных формах голосования. Также избиратели смогут подать заявление о голосовании на дому. Узнать члены комиссии можно будет по брендированной одежде, манишка и сумка, нагрудному знаку и заверенному бейджу. Если вас не будет дома, член комиссии оставит вам напоминание, на котором будет указана актуальная информация о выборах. Дойти до каждого избирателя – основная цель во время подготовки к выборам президента.